Всем привет, с вами Каиса. Я продолжаю проходить Dino Crisis 2. Да, мы играем за Дилана. Так, тут у нас что? Здесь множество компьютеров для анализа различных данных. Судя всего, по всему нам вот сюда. Реанимацию. Возьму. Ух ты, большие какие врата-то. Лабораторный зал. Ну, как всегда, лаборатория. Что это такое? Что это такое? Лестница вниз. Верхние камеры поддержания жизни все еще работают. Внутри можно наблюдать силуэты людей. Опа. Добро пожаловать, лейтенант Мортон. Голограмма? Откуда он знает, как меня зовут? Времени осталось немного, поэтому я объясню все коротко и ясно. 10 августа 2055 года. Наш план «Новозавр» был успешно выполнен. 2055? О чем он? Чтобы спасти динозавров, мы перенесли их в это время на 3 миллиона лет позже нашего времени. Что? На 3 миллиона лет? Значит, вы... Но когда мы собрались возвращаться, произошла еще одна авария. Портал исчез, и мы застряли в этом времени. Так это будущее. Мы никак не могли выжить в этом мире. Сейчас хозяева здесь динозавры. Мы, последние из выживших, пытались восстановить портал. Но было поздно. Мою жену Джулию динозавры загрызли, а любимую дочку ее ранили. Сильно. Паула. Паула. Па-па. Паула. Паула. Паула? Тебя так зовут? Папа. Теперь моя единственная задача – защитить моих людей. Я поместил Паулу и других детей в отсек жизнеобеспечения. Там безопасно. Пожалуйста, возьмите детей в свое время. А теперь мне пора представиться. Я бывший член спецотряда ТРАТ, полковник Дилан Мортон. Что? Ты это я в будущем? Значит, ты моя... Папа! Осталось мало времени. За дверью открыт портал. С его помощью можно вернуться в твое время. Портал еще не готов. Им можно воспользоваться только один раз. Пожалуйста, передай от меня привет Регине.
Я на тебя рассчитываю, лейтенант. Да, интересно. Это панель управления голографическим проектором. Получается, он увидел себя в будущем, уже полковником, в 55-м году. Так, а что у нас там позади? А это, получается, наша дочка из будущего. Фух. И нам надо ее забрать в наше время. Ну, обязательно. Это голографический проектор. Видимо, они умели запускать симуляцию эксперимента в третьих измерениях. Это плазменный экран. Похоже, он применялся для отображения чертежей и прочей информации. Так, он же сказал, не готов еще портал. И им воспользоваться можно только один раз. То есть только один сможет? Или вдвоем можно за один раз? Ну, наверное, вдвоем. И Регине еще привет передать надо. Да, нам бы встретить Регину. Ой. Так, ну что ж, пошли. Ладно, пошли. Большой транспортный зал. Запущена система самоуничтожения. Взрыв через 5 минут. Ого. Что? Ты это начал. Что делать? Бежать, что ли? Бежать. Да быстро бежать. Ух ты, я не успел. А как быстро-то бежать? Получены повреждения в зоне транспортации. Немедленное отключение. Туда, что ли? Это аварийный терминал для установки соединения с орбитальной пушкой. Будете управлять? Отвали ты. Это контрольная панель управления. Для запуска сперва нужно установить соединение и указать цель. Вставай, дело. Опять какие-то кости. Вот все нормально. Так, а если я тебя один раз? Ну, может, не один. Из ракетницы. Сильно это не поможет. Так, это панель управления для указания цели. Есть возможность навестись на гигантнотозавра. Будете отправлять? Да. Теперь куда?
ты! Так, подлечиться. Встань! Да, давай, активируем. Начинаем атаку. Вау. Где мы тут еще? Ого, ни хрена себе дыра. Вау. Так, а куда бежать теперь? Понятно. Нет энергии, не работает. Давай, Дилан, надо сваливать куда-то. А, вот туда, что ли? Похоже, да. Сал разработки врат. Если мы не пойдем сейчас, то никогда не сможем вернуться. Регина, портал открыт. Я знаю, ты не хочешь, но должна вернуться. Я не брошу Паулу. Ты с ума сошел? Иди! Данные потребь энергии у тебя. Когда вернешься в свое время, используй данные для изучения третьей энергии, а затем построй совершенный портал и забери нас. Я... Дилан, я сделаю это. Обещаю. Внимание, осталось 10 секунд. Не забывай, за тобой долг. Что ж, поторопись. Папа!
Так, это конец игры получается. Что я могу сказать? Игра мне в принципе понравилась. Надеюсь, что для первого раза игра показалась жестковато. Нет, да, управлять техникой. Я разок все и потом чёрт, так там я вообще не представляю, как это будет спорить. Ну, я думаю, когда-нибудь хард я все-таки попробую. Слушай, ну а по сюжету что я хочу сказать? Непонятно. В общем, помогла Регина. Спасла она Дилана и Паула. Выжила ли Паула? Смогла ли она? Ее придавило там, ноги придавило там. Не знаю, как смогла или не смогла. Мне кажется, они погибли. Мне кажется, Регина только выжила. Потому что там показали нам, случился завал, так вряд ли что-то Дилан смог сделать. Сюжет, конечно, тоже интересный. Понравилась мне в этой игре подводная его часть, вот где надо было в скафандре ходить под водой. Оригинально, конечно, да, но все-таки там не слишком было до конца проработано все это дело, кажется. Не очень. Все остальное да, синими ногами, как он. Вот такие раньше вот игры делали. Не то, что сейчас хрень какую-то выпускают год за годом. Сюжета ничего. Все упирается в лапки. Как обычно. Классики уже давно не делают ни Резидента, ни Дино Крисис, ничего в этом духе, что было раньше. Ну вот, время игровое. Ну, 8, ранг D. Ну я. О, я все динофайлы собрал. Зато. Очки смерти мои. Коллекция собрана. Ну-ка, что мне дадут за это? Награды. У вас платиновая карта. Можете покупать оружие с бесконечными боеприпасами. Это здорово, конечно, да. Бонус игра. Дино Колизей была добавлена. А, да, здесь есть мини-игра. Игрок. Танк. Нифига себе. А, я могу кого-то купить, да? Ну, давайте купим. Стоит... А, нет, это 100 тысяч стоит, ни хрена себе. Ну, давайте купим. Добавите Рик в Колизей. Ну, давайте добавим и этого тогда тоже. И танк пусть будет. О, блин, а тут еще и... Еще и ящеры тут есть. Ну, все. Больше очков мне не хватит. За одно прохождение мало я, конечно, очков собрал. Ну да ладно, сохранимся на первый слот. Новая игра плюс, наверное. Проход к доку, да, сложность норма. А хотя сложность норма, это для нормального уровня сложности. Так что если продолжать, то если играть на харде, то есть, то придется новую все-таки игру начинать. Да, у нас изменилось меню. Опции.
Что тут у нас? Ну, тут вряд ли что-то изменилось. Дополнение. А, это вот, наверное, вот мини-игра, да, вот это вот. Экстра-кризис. Уничтожь всех динозавров за отведенное время, дуэль динозавр против динозавра, два игрока. Но я не буду этим заниматься, может быть, как-нибудь потом. В общем, все, заканчиваем Динокризис 2. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Ну, если не понравилось, то, в принципе, тоже я не удивлюсь. Я проходил игру в первый раз. Ничего такого сверхординарного не должно было быть. Ну, в общем, получилось, как получилось. Всем удачи, всем спасибо за внимание. С вами был Каиса. Увидимся в новых прохождениях. Пока-пока.